Друзья, 26 февраля 22 года, рыболовный клуб «Подкова». Друзья, у нас сегодня на рыбалочке был Николай Николаевич. Привет. Привет. Рассказывай. Смотрю, рыбалочка у тебя сегодня задалась. На что поклевывала рыбка? У меня в основном на актив. Паста у меня все плющит, не получалось. Ну, актив это хорошо. Актив это семечко и 105. Стандарт. 105 оригинал или... Нет, реплик. Реплик, на реплику, то есть. А горизонт? Горизонт из-подо льда. Из-подо льда. Я тебя услышал. А семечка в каком цвете она именно? А то они все семечки все разные. Эх, все. Озадачил я, Николай Николаевич. А у меня одна, я сам их делаю. А, сам разукрашиваешь? Да. Ну, как в целом-то она поклевывала? В течение дня, короче, или только на запуске? Медь золото, а подложка семечка. Медь золото, подложка семечка. Подложка семечка оранжевый шартрей. Ну, короче, кто знает, тот поймет. Это я так, для рыбаков, не для себя. Не подумай, я много рыбы не выловлю. Так, еще по времени, как рыбка вообще поклевывала? В какой? На запуске, до запуска, после запуска? На запуске у меня ноль, до запуска и после запуска. До запуска вот и после запуска. Вот она. Друзья, вот такая. А тут она тоже двухцветная получается, да? Ну да, и с этой стороны двухцветочек вот такая. То есть довольно-таки яркие цвета получается. Ее интересовали. 105-й он тоже какой-то такой рыженький же, да? Да. Если я не ошибаюсь. Рыбалка доволен? Очень доволен. Всегда. Всегда? Да. Ну все, давай до послезавтра. Завтра отлежаться надо. Да. Ну все, Коль, спасибо большое.